Детская спортивная школа нашего города была основана в 1959 году. За это время она выпустила целую плеяду именитых спортсменов. Главное достижение – это ученики. Для нее важно создавать для своих воспитанников комфортные условия для занятия спортом. Основная проблема в нашей спортивной школе – то, что напольные покрытия уже свое изжили. Хотелось бы обновить. В нашем спортивном зале очень много детей занимается. И мы хотим усовершенствовать наш спортивный зал. У нас два спортивных зала. В одном мы уже купили спортивное покрытие в прошлом году. Вот сейчас хотели бы обновить напольное покрытие во втором. Напольное покрытие, которое сейчас имеется в зале, уже морально и физически устарело. У него неэстетичный вид, и оно приносит массу неудобств во время занятий. Нынешнему напольному покрытию матом у нас больше, по-моему, 10 лет. И он уже вздулся, он вздувается, он рвется, он уже потерял свои пригодные качества. И поэтому мы хотим заменить уже на более лучшего образца, которые соединяются, которые не расползаются. У них другое крепление, по-другому они фиксируются. И, соответственно, они более качественные, более надежные. В решении проблемы ТОСПОРТ видит участие в программе поддержки местных инициатив. Уже проведены общие собрания, ученики школы нарисовали рисунки, каким они видят обновленное покрытие в зале, и они верят, что в скором времени их мечта обязательно сбудется. Занятия будут проходить в комфортных условиях, а это является немаловажным для достижения новых побед. Лилия Шаниязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».